Слушайте, я недавно узнала, что у моего организма, оказывается, есть особенность. Вот, неважно, что я ем, неважно, как я занимаюсь спортом, я не могу особо похудеть и не могу особо потолстеть. То есть сейчас не надо меня ненавидеть, я объясню проблему. Я в том году ела много тортов, и у меня попа была метр, 100 сантиметров. Папа-метр вот этот был, да? И в этом году я не ем ни одного торта не съела за 4 месяца. Хожу на танцы, массаж делаю. Вчера был финальный замер, и моя попа оказывается 100 сантиметров. Блин, вот у тебя совесть просто есть или нет? Я серьезно, я записалась на марафон «Глобальное потепление» не потому, что я хочу похудеть. Нет, я хочу узнать, есть ли предел этой наглой попы, когда она скажет «все, ладно, Наташ, все». Ну, уговорила, все, не метр, не метр, 99 сантиметров, все, держи. Вот совесть у тебя есть или нет? Нет, откуда у нее совесть? Это же попа.